Славу Каверина, который подобрал партию. Сейчас попробуем сыграть пару песен с альбома «Кислоты». Вообще партию баса там исполняет электронный инструмент, так называемый бас-лайн, Roland TB-303. Вот. Но Слава вот решил подобрать эти партии вживую, и сейчас мы их сыграем. Сейчас мы сыграем песню, которая называется «Мне не нужна информация», а затем перейдем к программной композиции, которая называется «Кислоты», и там уже на сцене появится Константин Божьев с гитарой и Сергей Летов на саксофоне. Ну а сейчас в таком более компактном варианте песня, сейчас, секунду, на проводе Сергей Павлов, наш барабанщик. Серж, привет. Он звонит из Мюнхена. Вот. Ну, я думаю, он сейчас услышит, как мы исполняем «Мне не нужна информация». Вот. Серж, оставайся на связи. Вот. Мы сейчас на сцене играем пару песен с «Кислот». Вот. Послушаем. Сейчас Константин и Сергей выйдут на сцену и займут места.